С 1 октября во Владимирской области должен начаться отопительный сезон. К слову, теперь каждое муниципальное образование само решает, в какой срок пустить тепло, не дожидаясь, когда температура за окном опустится до положенных 8 градусов. 98% жилищного фонда к холодам готово. В лучшую сторону по этому показателю отличились Гусь-Хрустальный, Меленковский, Селивановский и Юрьев-Польский районы. А вот во Владимире и Александровском районе еще есть объекты, подготовить которые не успели. Готовность тепловых сетей сегодня у нас составляет 96%. В общем-то, я уже сказал, работы продолжаются в ряде муниципальных образований, но на начале отопительного периода это не скажется, они будут завершены. Проблема есть в Киржаче. Там в некоторых домах решили сэкономить на проведении определенных работ, и это затруднило подготовку к отопительному сезону. Сейчас областная жилищная инспекция завершает проверку во всех муниципальных образованиях. Уже выяснилось, что не везде управляющие компании добросовестно подошли к делу. Например, есть претензии к трем организациям во Владимире. В принадлежащих им домах текут крыши, есть проблемы с коммуникациями. Если до 1 октября нарушения не будут устранены, управкомпаниям грозит штраф до 300 тысяч рублей или, возможно, лишение лицензии. Екатерина Гаврилова, Стас Трегубов, Губерния 33.